Бобруйчанин погиб при пожаре в собственном доме. Сообщение о возгорании по улице Московской поступило спасателям накануне. 75-летний хозяин смог самостоятельно выйти из полыхающего помещения. Пенсионер сильно пострадал, медики забрали его в больницу. Пенсионер был госпитализирован в реанимационное отделение учреждения здравоохранения «Бобруйская центральная больница». С предварительным диагнозом отравление продуктами горения, ожоги первой и третьей степени 70% тела. Утром 31 августа в реанимационном отделении мужчина умер. Пламя повредило веранду, пострадали стены и вещи. От крыши дома остались обугленные доски. Причина пожара устанавливается.